В Мелитополе появится необычный поэтический забор, который украсят патриотические пейзажи и украинская лирика молодых мелитопольских поэтов. Над созданием говорящих картин на центральном проспекте города трудится молодежь, студенты педагогического университета и училища культуры. В городе в течение недели появится новый арт-объект, который составляет из 9 плит, над которыми ранее работала инициативная группа People.ua. В этом году в инициативную группу долучились новые ребята, которые именно изобразят на 9 плит на улицах Пушкина украинские пейзажи, и позже над которыми появятся стихи мелитопольских поэтов. Поэтическую стену создают студенты в свободное от занятий время. Работы на этом арт-объекте проведут в 3 этапа, последним из которых станет презентация сборника стихотворений молодых мелитопольских поэтов. Поскольку в нашем городе вновь активизировалась поэтическая молодежь, вечера поэзии стали регулярными, активные участники этих вечеров дали свои четверостишия, и они редакторской коллегии были отобраны. Здесь будет изображена, написана как гражданская лирика, так и любовная.